Привет, Ви. Как дела? Жива еще? Надеюсь, что да, а то у меня тут новый заказ. В этот раз надо найти запись инициации мальстрёмовцев. Хочешь знать больше? Глянь мое письмо. No.
Ладно. Но плохо спрятался. Я не виноват. Данные получила. Спасибо, Ви. Заказ закрыт. Я тебя слышу! Каждый жду!
Повышенная активность. Эй, алло! Ты где там? Все чисто. Я разберусь. Я еще нассу тебе на могилу! Сейчас в Нордсайде началась такая разборка, что мальстрёмовцы повалили оттуда толпами. Посмотри, что там творится, и сообщи мне. О, интересно.
Ви. До связи. Пока, Ви. Не верь журналистам, они врут. Короче, у мальстрёмовцев есть Рипер. Проблема в том, что она там не по своей воле, ее держат в плену. Можешь спасти даму от этих психов? Ее брат будет тебе благодарен. В письме подробности.
Крепко твоему другу досталось. Иди сюда, нужна твоя помощь. Он мне не друг. Я Ви. Делать мне нечего по именам вас запоминать. Люси, я не из Мальстрёма. Меня прислал твой брат. Берти? Ладно, ладно. Погоди минутку. Хватит мне риска на сегодня. Ты что сделала? Ты в моей больнице. Это мой пациент. Просто делаю свою работу. Вытаскиваю тебя отсюда. Ладно, делай, я посмотрю. Лишь бы это все было не зря. Будь рядом и не высовывайся. Давай, еще немного. Твоя тачка. Залезай. Люси в безопасности. Безупречная работа. Спасибо.
что дикие крики в Тоттентанце обычное дело. Может, там просто репетирует какая-нибудь группа, но не исключено, что все гораздо хуже. Thank you.
surprises. You gon' need a first aid and medical supplies, boy. Knock your ass back to a different time, boy. What you looking at? Tell me what you looking at. You looking at? I be cooking up east side where I do it at. I do it at. What your problem is? Tell me what your problem is. Problem is. Trust me, you don't want it with the problem kids. What you looking at? Tell me what you looking at. Мотаться. Мне тут рассказали о драке в доках. Может, просто торчки буянят, но мне кажется, у кого-то приступ киберпсихоза. И надо узнать, замешаны ли там наркотики. У трупа этого не узнаешь, так что психа не убивай. Сдохну!
планируют. Потребление бутилированной минеральной воды позволит избежать заболеваний. И помните, все самое дешевое – Whole Foods. Представители моста сообщают, что поезда на линии М2 будут ходить с большими интервалами. Станция Аройо была эвакуирована после того, как системы предупреждения обнаружили в одном из туннелей многочисленные. Боже!
противник! Вступаю в бой! Подумай.
Воспоминаниями, ибо не вам служат ваши глаза, точнее! Не только вам! И вы надеетесь, что те, кто продал вам механические глаза, удержатся от искушения и не станут подглядывать? Камеры окружают нас везде! Они есть и внутри вас! Наши радости, горести, вся наша жизнь! Спектакль для наблюдателей! С тех пор, как Виктор поставил мне оптику Кироши, мне все время кажется, что кто-то за мной наблюдает. Кибернетика — наше горе, наше благословение и проклятие! Мы заменяем священное тело металлом, их металлом! И рубильник у них! Зрение, дыхание, даже разум. Все это они могут забрать в любой момент. Но кто они, спросите вы? Кто следит за нами? А я отвечу, это торговцы развлечениями с Альфа Центавра. Эти гнусные твари превратили наш смех и наши слезы в анестезию для своего угнетенного, страдающего народа. Живой пророк мирового заговора. Прямо как по телеку. Быстрее, бегом к нему. Я сфоткаю, будто он раскрыл тайны правительства, и его повязали. Откройте разум, пока не стало слишком поздно. Джессика увидит, сдохнет от зависти. Охренеть, просто бомба, я балдею. Я узнал тебя. Ты часто здесь бываешь. Вижу по глазам, твой разум открыт правде. Могу ли я рассчитывать на скромное пожертвование во имя моей миссии? Ты делаешь важное дело. Открой...